Этой ночью гостей ночного клуба ожидает приятный сюрприз. Мало того, что на вечеринке радиостанции Европа Плюс Евроденс играет лучшая музыка, сюда заглянули и интересные гости. Сегодня на нашей сцене будут представлены финалистки, участницы этого конкурса. Для того, чтобы вы, зрители, посетители, могли оценить, насколько они хороши, да? Для того, чтобы мы сделали выводы, кому вручать свой приз, свою номинацию на финале конкурса. Первых городских красавиц публика принимает тепло, да и девушки на сцене держатся уверенно. До финала осталось меньше 10 дней. Внутри девичьего коллектива уже должна вовсю кипеть борьба за корону мисс, но участницы в этом не признаются. На самом деле атмосфера дружеская и как таковой конкуренции нет. Возможно, она будет позже, но мы все дружим и мы действительно здесь стали подругами, мы не конкурентки. Пока на танцполе вовсю идет веселье, здесь в гримерной участницы конкурса «Мисс Кемерово 2013» готовятся к очередному выходу на сцену. Для них это не просто вечеринка, а первое серьезное дефиле. Впереди их, конечно, будет немало, ведь до финала девочкам необходимо научиться держаться на публике и влюбить в себя зрителя. Сегодняшнее дефиле на итоги конкурса повлияет едва ли. А вот заключительное шоу «Мисс Кемерово 2013», которое пройдет 7 июня в спортивно-развлекательном комплексе «Арена», расставит все точки над «и». Победительницу ожидает корона, первый титул «Мисс Кемерово 2013», автомобиль и право на участие в финале кастинга федерального конкурса «Супермодель». Ну а пока долгие часы ходьбы на каблуках, разучивание стоек и многочисленные примерки нарядов. Максим Аблендер, Дмитрий Шилов, новости моего города.